Ну что, друзья, вот это собака из отлова. Вот у нее даже на ушке есть клипса. Видите? Вот что ждет наших животных, которых мы с вами проходим, как говорится, стерилизации, все на свете. А потом выпускаем их на страшную, мучительную, голодную от жажды смерть. Вот это ребенок, который уже просто не может стоять, поэтому мы подошли и просто ребенка подобрали. То, что она раненая, да. То, что у нее она вся сжимается, ей страшно. Ребята, это кожа и кости. Ребенок не может стоять. Сейчас я постараюсь поставить ей капельницу. Вот в таком она тяжелом, страшном состоянии. Очень испуганная вся и слабая. Вот это, ребята, наше милосердие человеческое по отношению к бездомным животным. Вот так работают программы по стерилизации. А вот это, ребята, жертва наших стерилизаций, что мы их ловим, стерилизуем, выпускаем. Выпускаем, мы же хорошие, мы же все добрые, правда? Мы же заботимся, мы же их стерилизовали, мы даже их один раз укололи от бешенства и вышвырнули на смерть, на медленную, страшную, мучительную смерть от обезвоживания, от голода, от издевок, от ран. Вот это, ребята, наша человечность. И если вам не стало стыдно хоть на мгновение, значит, вы не человек. Она живая, ей больно так же, как мне. Ущипните ее за лапку и ущипните себя за руку. Боль одинаковая. Кушать она хочет так же, как и вы. И ей страшно, когда на нее кидают камни, так же, как и вам, если бы в вас кинули булыжник. Ей так же страшно. А еще она хочет пить и есть. И хочет тепла. И хочет человечности. И нам надо строить приюты, а не заниматься отмыванием денег. Сколько денег отмыли, говоря, что животных простерилизовали и выкинули на смерть. А потом втихаря, после того, как они побегали, засветились, их опять отстреливают. Что мы творим, люди? Что мы творим? Я не знаю, выживет этот ребенок или нет. Я действительно этого не знаю. Я напоила ее сейчас глюкозой. И буду сейчас ее капать. Есть ли у нее шанс выжить? Ребята, я не бог и не ангел. Но я сделаю все, чтобы этого ребенка спасти. Вы с нами? Вы люди? Вы человеки? Отзовитесь. Если вам не чуждо сострадание к больному зверю, к истощенному, умирающему от жажды и от голода. Маленькому, беззащитному. Разве так можно? Что же мы творим, люди? Сейчас постараюсь поставить ей катетер. Смотрите, в каком состоянии лапы. Вы видите, в каком как она изъедена вся. Вот в таком состоянии лапы. Как поставить катетер, я пока не знаю. Мордочку на всякий случай завязала. Сейчас постараюсь поставить катетер. Не бойся, ребенок. Она вся трясется, она вся сжалась. Ей просто очень страшно. Я ее понимаю, ребят. Вот такое маленькое, прям маленькое дитё. Смотрите, вот видите, ладошка. Все. Она 40 сантиметров. Она небольшая девочка. Небольшая. И ей очень плохо. Смотрите, какие вмятины. Все торчит, все кости. Все наружу. Зверьё мы, а не они. И это страшно, ребят. Капельницу только поставил. Еще медленнее сделаем. Ее надо капать очень медленно. Очень, чтобы водичка впитывалась сразу. А не гналась через почки. Ребенок будет на капельнице лежать очень долго. Что такое программа ОСВВ?
Возможно, она и задумывалась как хорошая. Но во что она превратилась и во что это вылилось для бездомных животных? Вот в такое мучение мы выпускаем их неизвестно куда. Да, мы их стерилизовали. А дальше? Дальше смерть мучительная от голода, от жажды, загрызаемые клещами. Посмотрите, на что похожи эти лапы. Все тело у нее вот в таком состоянии. Все тело искусанное, ребята. Вы называете это милосердием? Вы считаете это нормально? Почему мы не можем построить нормальные приюты? У нас отличная, огромная, богатая страна. Почему мы не можем помочь бездомным животным? Почему этим не могут заниматься приюты? Сколько можно убивать их медленно? Это бесчеловечно. Бесчеловечно, слышите? Малышка трясется, я ее укрыла. Капельница продолжается. Капельница капает. Все, спи. Капельница капает. Хорошо. Вот такая скорость ей подойдет. И все, ребенок будет лежать. Все будет хорошо, ребята. Если ребенок переживет сегодняшние сутки, то шанс будет у нее. Давайте на это надеяться, хорошо?